Ну что же, Запад сейчас говорит Украине, что игра окончена, ваше время истекло. За последние 24 часа миссия США при НАТО опубликовала это заявление для Украины, в котором, по сути, говорится, что пришло время вести переговоры о мирном соглашении. И даже разжигатели войны вчера признали, что Россия выиграла эту войну. Пора собирать вещи и отправляться домой. Послушайте. Я просто не вижу в этом смысла. Россия находится в состоянии войны. В любой сфере внешней политики, в любой сфере жизни существует большой разрыв между тем, что вы пытаетесь сделать, и вашей способностью это сделать. Вы должны либо увеличить свои средства, либо снизить свои цели. И я думаю, что в данном случае единственным реалистичным вариантом в качестве тактической меры является снижение наших целей. Так собирается ли Украина наконец признать свое поражение, сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение? Может быть, нам удастся добиться этого до Рождества? до того, как в этой войне погибнет еще больше молодых людей или 75-летних украинских солдат. Давайте пригласим бывшего морского пехотинца США, бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера, чтобы поговорить об этом. Скотт, вы это предсказывали. Ну что же, вы говорили, что эта война закончилась уже несколько месяцев назад. Считаете ли вы, что сейчас настал момент, когда НАТО настаивает на заключении мирного соглашения? Действительно ли они сядут за стол переговоров? Вы знаете, на что нам следует обратить внимание, так это на то, что Запад начинает оказывать давление на Украину с целью урегулирования этого конфликта конфликта путем переговоров. Россия не собирается вести переговоры. Я не знаю, что, по мнению Запада, здесь происходит. Время для переговоров прошло. Русские сказали вот что. Россия держала двери открытой для переговоров всю осень прошлого года, всю весну этого года и даже начало лета. Но когда Запад удвоил свою глупость, бросив оборудование стоимостью в миллиарды долларов на поощрение этого контрнаступления, которое так дорого обошлось Украине. Мы не говорим о войне в целом, в которой по некоторым оценкам погибло от 30 до 40 русских в целом. Россия не собирается позорить жертву, принесенную этими солдатами, идя на переговоры с Украиной. Никаких переговоров не будет. Я всегда это говорил. Украине будет предоставлена возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором изложены ее требования, а не просьбы. Или люди говорят, откуда вы знаете. Ну что же, стоит только взглянуть на соглашение, к которому они пришли в результате переговоров еще в марте 2020 года, которое, кстати, могло бы остановить эту войну. Могло бы положить ей конец в апреле. 20 миллионов украинцев не были бы вынуждены покинуть свои дома. У детей были бы школы, в которые они могли бы ходить. Экономика могла бы функционировать. Но нет, Украине Украина отказалась от этого по приказу Запада. Россия никогда больше не предложит таких условий. Так что да, приятно, что Запад пришел к осознанию того, что они проиграли. То, что они сделали, это пожертвовали Украиной. Они использовали Украину как инструмент. Этот инструмент больше бесполезен, и они стремятся избавиться от него удобным для Запада способом. Еще одна проблема заключается в том, что Зелинский, как мне кажется, не способен вести переговоры. Он вложил так много политического капитала в эту позицию, что он каким-то образом станет Мессией, который спасет Украину, что под его руководством украинская армия сможет вернуть утраченную территорию. И все, что произошло, это то, что он подверг Украину еще большему количеству смертей и разрушений. Я думаю, что Зелинскому придется уйти, чтобы был хоть какой-то шанс на прекращение конфликта. И мы видим, что это уже происходит в Украине. Раскол между Зелинским и его высокопоставленными военными вполне реален. Но Зелинский ⁇ изолированный человек. Если вы посмотрите на видеозапись, на которой он сидит наедине с американской делегацией во главе с Ллойдом Остином, и буквально безумное выражение его лица, когда он говорит о Джо Байдене, это человек, который полностью утратил связь с реальностью. Я думаю, что сейчас проблема в нем. И поэтому я думаю, что прямо сейчас мы наблюдаем, как Запад создает условия для отстранения Зеленского от власти. И как только вы отстраните Зеленского, тогда вы сможете найти кого-то, кто будет готов сесть за стол переговоров о капитуляции. Потому что именно там мы сейчас находимся. Это не будет урегулированием путем переговоров. Это капитуляция, безоговорочная капитуляция Украины перед Россией. Согласно сегодняшнему сообщению RT, Украина обеспокоена стремлением Запада к мирным переговорам. Это значит, что эти люди, которые окружают Зеленского, бредят? Этот Алексей Данилов, секретарь службы национальной безопасности Украины, который говорит, что это иррационально, что мы должны бояться России. А Запад должен продолжать поддерживать Киев, если он хочет продолжать править миром, что по сути представляет угрозу для Соединенных Штатов. Вы знаете, что ваше время истекло, если вы не поддержите Украину. Ну, это часть высокомерия режима Зеленского. Но вы не можете их винить. Запад изнежил их, заставив поверить, что они самая важная нация в мире, что мир вращается вокруг Украины. Если вы вернетесь назад и послушаете заявление Яна Столтенберга, генерального секретаря НАТО, о том, что поражение Украины это поражение НАТО, что это экзистенциальная борьба Запада против России. Именно так Запад оправдывал этот конфликт с самого начала, особенно с точки зрения контрнаступления. И Украина была достаточно глупа, чтобы поверить в это, поверить, что они настолько важны. Но, как я говорил, с самого первого дня Украина не важна. Западу наплевать на Украину. Запад отбросит Украину в сторону в тот момент, когда Украина перестанет быть полезной Западу, а Украина перестала быть полезной Западу. Данилов и другие советники у них нет будущего. У них вообще нет будущего. И это может привести к крайностям, а это значит, что у них не будет шанса физически пережить этот конфликт, если Запад бросит их. Они зашли так далеко, что оказались на краю пропасти. Помните, что когда Россия победит, а Россия победит обязательно, то наступит правосудие за убийство и преступление батальона Азов. Я знаю, что Запад пытался забыть об Азове, но это реальность. Их преступления реальны. И те, кто совершил эти преступления, будут привлечены к ответственности. И те, кто способствовал этим преступлениям политически, а именно Зеленский, Данилов и все остальные, у них в буквальном смысле нет будущего. Так что их единственный шанс на проживание ⁇ это продолжать заставлять Запад поддерживать украинский режим. И прямо сейчас они видят, что Запад отказывается это делать. Это не просто отказ. Запад не может продолжать поддерживать это. Украине больше нечего дать. Администрация Байдена говорит о поставках оборудования и помощи на сумму 100 миллионов долларов. Речь идет об одной пусковой установке Хаймарс. Вот и все. Немцы говорят об оборудовании стоимостью в несколько миллиардов долларов. Но самое главное, у нас есть 10 танков «Леопард», но даже они не новые. Это старые танки «Леопард» 1 на 5. Они не выживут на современном поле боя. И все же это все, что может предложить Германия. Западу больше нечего дать Украине, и они не желают копать глубже. Почему? Ну что же, в случае с Соединенными Штатами существует такая штука, как Израиль. Прямо сейчас Израиль находится в состоянии войны с Хамасом. Израиль получает все необходимые артиллерийские боеприпасы. И вот еще что. Если вы помните, некоторое время назад Джо Байдена спросили, почему мы передаем Украине кассетные боеприпасы, и он сказал, что у нас ничего не осталось. А теперь поставьте себя на место украинца. И они говорят, подождите минутку, вы сказали, что у вас ничего не осталось. Но Израиль прямо сейчас получает сотни тысяч обычных осколочно-фугасных снарядов калибра 155 мм. Откуда они берутся? Мы передаем Израилю запасы из наших арсеналов, оружие, которое нам понадобится, если мы начнем войну, потому что Израиль действительно важен для нас. Украина была недостаточно важна для нас, чтобы отдавать им наши запасы. Мы отдали им наши запасы. И теперь, когда наши запасы истощены, мы больше ничего им не дадим. И это еще один сигнал Украине о том, что они просто больше не важны для Запада. Они изжили себя. Теперь нам нужно, чтобы они тихо исчезли. Это похоже на раздачу праздничного торта, с которого отваливаются кусочки глазури, и вы отдаете этот кусок торта Украине, а самый красивый – Израилю. Это дополнительная глазури и маленькие украшения, которые моя дочь всегда хотела бы иметь. Итак, вчера в Киеве появился министр обороны Ллойд Остин. Что вы думаете об этой поездке? Он появляется там и предлагает этот пакет стоимостью в 100 миллионов долларов в тот самый день, когда миссия США при НАТО, по сути, говорит, садитесь за стол переговоров ради мира. Что вы думаете об этих тайнах, скрывающихся за ними? Я думаю, что они увидели то, что все закончилось. Им больше нечего отдавать. Если вы продолжите идти по этому пути, вы потерпите неудачу. Россия победила, и мы не хотим вкладывать политический капитал, финансовый капитал, военный капитал в безнадежное дело. Оценка такова, что мы не можем изменить ситуацию, и лучший выбор прямо сейчас для вас стремиться к миру. Я хотел бы надеяться, что у них также хватит интеллектуальной честности сказать Зелински, что если вы продолжите эту борьбу, то 20%, которые вы потеряли, вполне могут превратиться в 40% или более процентов, 50% вашей территории. Продолжение этой борьбы до победного конца будет очень горькой пилюлей для Украины. Реальность такова, что украинская армия находится на грани краха. Это признают все. И если они потерпят крах, то последует стремительный вывод войск. И русские заполнят этот вакуум. И как только они заполнят этот вакуум, эта территория, вероятно, не будет возвращена Украине. И это реальность. Прямо сейчас Украина способна поддерживать своего рода преемственность и сплоченность на линии соприкосновения но их резервы исчерпаны. Их запасы исчерпаны. У них больше нет войск. Прямо сейчас они отправляют 54-летних женщин на передовую. Они отправляют беременных женщин на передовую. Они отправляют женщин. Русские сейчас захватывают траншеи, где они убивали украинских защитников, и они обнаруживают, как вы знаете, значительное количество женщин на передовой. Сейчас они мертвы, убиты, но война — это убийство, я полагаю. А когда армия развалится, Россия сможет быстро взять под контроль территорию, которую она никогда не вернет. И поэтому я думаю, что то, что Лой Тостин говорит Зеленскому, это лучшее, что вы когда-либо получите сегодня. Лучше, чем сегодня, уже никогда не будет. А сегодняшний день довольно плох. Завтра будет еще хуже, и каждый последующий день будет еще хуже, и мы ничего не можем сделать, чтобы изменить этот исход. Так что сейчас вам лучше всего то найти способ прекратить этот конфликт в самый подходящий для вас день, потому что дальше будет только хуже. Что же, надеюсь, они сядут за стол переговоров, и, возможно, у нас будет своего рода согласованная капитуляция, безоговорочная капитуляция и мир. А оставшиеся в Украине люди, которых тащили брыкающимися и кричащими на передовую, действительно могли бы сохранить свои жизни. Они могли бы сохранить свои жизни, сотни тысяч из них, если бы это было остановлено до тех пор, пока Соединенным Штатам и Борису Джонсону не удалось бы вмешаться во все это. Об этом. Скотт Риттер, большое вам спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Мы действительно благодарны вам за то, что вы придали смысл вчерашней поездке Ллойда Остина, и это Этому посланию НАТО. Надеюсь, вы замечательно проведете день благодарения со своей семьей. Большое спасибо, Скотт. Спасибо вам и вам лично. Большое спасибо, Скотт.